Ну и вновь самые шумные и самые долгожданные. Алена Косторная, Георгий Куница. May the odds be ever in your favor. They're strung up by men, they say I'm murdering. Strange things that happen here, stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They're strung up by men, they say I'm murdering. Strange things that happen here, stranger would it be. Алена Косторная, Георгий Куница. Действительно серьезная заявка на сезон с таким прыжковым контентом. В третьей разминке пары не размениваются, а идут на самые сложные прыжковые элементы. Каскады из сложнейших зубцовых тройных прыжков, флипа, лутса. Такое в мире не делает никто, кроме наших спортивных пар. Ален, ты вчера волновалась за произвольную программу. Ну, как оцениваешь ваш прокат? Ну, в целом, очень неплохо. Были элементы, которые хотелось бы улучшить, конечно, и можно было сделать лучше. Но для первого раза, в первой произвольной программе, я считаю, что это очень даже ничего. Согласна. Какие еще есть плюсы быть парой на льду и супругами в жизни? Наверное, ты знаешь человека настолько сильно, что просто знаешь его от макушки до пяток целиком. Когда он нервничает, когда он спокоен. А я, знаешь, за что бы сказал ребятам спасибо? За выбор музыки. Ведь это «Голодные игры», саундтрек. А мы с тобой здесь голодные прокаты с утра, сидим, даже времени перекусить нет. И тут выходят ребята и такую актуальную музыку катают. Согласна. А вот у меня еще такой очень интересный вопрос. Кто из вас меньше ругается дома, а кто на тренировках? Мы, наверное, я очень эмоциональна, а Гоша, наоборот, всегда очень спокоен, и я постоянно на каком-то нервике, постоянно на каком-то шухере. Вот. Гоша пытается этим как бы сгладить. Вот. Сложно справиться с характером Алены? Да нет, не сложно, когда ты спокойно это воспринимаешь, она даже не хочет, мне кажется, продолжать показывать свои эмоции. Ну, то есть вы как лед и пламень. Ты всегда готов потушить это пламя в Алене, а она в то же время разжечь его в тебе. Получается так. Получается, что у вас получилась отличная пара, с чем я вас и поздравляю. И удачи вам в этом сезоне. Я бы хотела еще один вопрос спросить. Давай, конечно. Про программу. Расскажите чуть-чуть про нее. Ну, собственно, гонка за элементами и старание выучить все то, что необходимо для, скажем так, участия в соревнованиях. Это наши личные голодные игры, погоня за всем этим, и поэтому мы катаем по факту свою жизнь. И пусть победит сильнейший.